Для добавления уровня на график кликаем по ценовой шкале левой кнопкой мыши и вторым кликом подтверждаем установку уровня. Для того, чтобы перетащить уровень на новую цену, выделяем уровень левой кнопкой мыши и вторым кликом подтверждаем изменение цены уровня. Для того, чтобы удалить уровень с графика, выделяем его левой кнопкой мыши и правой кнопкой удаляем. Если мы кликнем по ярлыку уровня правой кнопкой мыши, не выделяя его, то откроем окошко настройки этого уровня. Здесь мы можем поменять цвет уровня, изменить его стиль и настроить отображение этого уровня на других окнах. Настройка цвета уровня по умолчанию находится в меню Setup, Settings, Miscellaneous. User Line Back. Сменим цвет на фиолетовый. И все последующие уровни в этом окне будут строиться с новым цветом. И пару слов о отображении уровней в других окнах. По умолчанию все уровни отображаются на всех младших таймфреймах. Мы можем изменить отображение на только в текущем окне, либо на всех таймфреймах, как младших, так и старших, либо на всех окнах с этим инструментом. Например, выберем все таймфреймы и видим, что этот уровень отображается и на старшем таймфрейме на часовке с 5 минутки. Настроить данную функцию по умолчанию можно в меню Setup, Global Settings, User Line Visible. И после внесенных изменений не забываем пересохранить layout для того, чтобы не потерять их. Layout, Save Layout и подтверждаем. В правом верхнем углу графика можем изменить тип линии на alert для выставления ценовых алертов. Более подробное видео по всем настройкам уровней находится на нашем канале, ссылка будет в описании под видео.